Санитарные врачи Туркестанской области подтвердили диагноз у 57-летней жительницы Тулебейского района. Женщина больна конго-крымской геморрагической лихорадкой. На днях инфекционисты госпитализировали пациентку с подозрением на особо опасную инфекцию. В больницу она обратилась с явными признаками болезни, ознобом и высокой температурой. Уже выявлены все контактные лица, они находятся под наблюдением. Пациентка – жительница Тулебийского района, занимается животноводством. Она пасет скот. Вероятнее всего, ее укусил клещ, который есть и на животных. Ее доставили в Тулебийскую районную больницу. Сейчас она изолирована и получает лечение. С начала года в регионе резко увеличилось количество обращений от укусов клещей – 842 пострадавших. Зарегистрировано и подтверждено 6 случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Из них в Саранском районе 2 случая и по одному в Ордобасинском, Отрарском, Тулебийском районах и в городе Туркестане. Туркестанская область и город Шымкент являются неблагополучными регионами по заболеванию. Конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью пациент может умереть. У пациентов появляется повышение температуры тела, боли в теле, спутанность сознания. Врачи предупреждают, если вас укусил клещ, обратитесь в больницу, где насекомые извлекут и обследуют. Необходимо вовремя распознать вирус, чтобы лечение дало свои результаты.